Петр Порошенко уволил Михаила Саакашвили с поста губернатора Одесской области. Указ подписанный, его можно найти на сайте президента Украины. Лишился Саакашвили не только этого рабочего места, но и должности советника президента. Одесситы накануне попрощались со своим одиозным руководителем. Настоящий праздник устроили они ему с шашлыками и вином. Грузинское хлебосольное застолье. Ну а кульминацией стал запуск в небо надувного медвежонка. Прощались Саакашвили под песню «До свидания, наш ласковый Мишка». «Возвращайся в свой сказочный лес». Так продолжается эта песня, и он действительно обещает вернуться, ну, вернее, остаться на Украине, чтобы продолжить борьбу с коррупцией. Ведь именно из-за этого Саакашвили пришлось уйти в отставку. По словам экс-одесского губернатора, последней каплей стали миллиардные декларации украинских политиков. И досталось, кстати, самому президенту Петру Порошенко, ведь Саакашвили обвинил его в поддержке преступных кланов. Напомню, экс-президента Грузии назначил лично президент Порошенко на этот пост губернатора. И было всего лишь целый год назад, это 30 мая.